Всем привет! Сегодня будем делать в стене кран и устанавливать в нее печь. Для этого нам потребуется баня и банный набор, печка, трубы и все комплектующие. Все комплектующие печи покажу в процессе установки. Печь топиться будет из прихожей, а устанавливаться будет в парилке. Предварительно печь устанавливаем. Вымеряем, чтобы она не попала в потолочную балку, и от внутреннего угла парной. Делаем безопасные расстояния. Дальше в стене вымеряем и выпиливаем экран 1220 на 1220. Будет обклеиваться плиткой 30 на 30 по горизонту 4, по вертикали 4 и 2 сантиметра на зазоры. На одну сторону проема делаем ройку, заводим брусок. Заносим печь, устанавливаем, где она будет точно стоять. Пол деревянный, придется ее поднять на два ряда кирпича. Сделать под печкой возвышенность. По всему периметру нашего выпиленного проема крепим плиту силиката кальция. Еще называется как суперизол. Она выдерживает до 1000 градусов. Под саму печь делаем возвышенность, на пол крепим фиброцементная плита, делаем два ряда кирпича и сверху кладем еще лист, устанавливаем его по горизонту. Дальше начинаем монтировать сам экран. Экран делаем из металлопрофиля сотового. Верхний профиль ставим с зазором 5 сантиметров, когда будет усадка, чтобы было место. Пришло время устанавливать печь, ставить ее на свое место и обносить профилями. Подготавливаем песочницу. Снаружи делаем фиброцементная плита огнестойкая, а изнутри суперизол. Все швы проходим огнеупорным герметиком. Отмечаем, где у нас будет отверстие, выпиливаем и устанавливаем песочницу. Со стороны печи вымеряем экран, выпиливаем его из плиты огнеупорной, устанавливаем, прикручиваем. Внутреннюю часть каркаса забиваю базальтовой ватой. Профиля соты, вата 50 мм, делаю два слоя. И потом проем закрываем огнеупорной плитой. По периметру печки и каркаса делаем зазор 3 сантиметра и забиваем его базальтовой ватой. Приклеиваю облицовочную плитку для печей и каминов на мастику.
обратной стороны экрана делаю то же самое. Дальше весь периметр экрана закрываем деревянными наличниками. Выравниваю плоскость бревна с плоскостью экрана, чтобы была возможность приколотить наличник. На обратной стороне сначала делаю откосы, потом закрываю наличником. Верхний зазор забиваю ватой, а потом закрываю наличником. Теперь собираю печь, закладываю камень. Устанавливаю теплообменник и добавляю камень. На эту печь предусмотрены каменные обвесы. Они вешаются на клипсы. Сверху закрывается крышка из двух частей. На теплообменник предусмотрены такие же обвесы. На переднюю часть печки вешаем экран, на который предусмотрены тоже обвесы. Все с обвесом я закончил, осталось положить крышку. С установкой печи закончили, осталось установить трубу. Труба у нас из сэндвичей. Оставшуюся пустоту в песочнице забиваем базальтовой ватой.
5 труб стягиваем хомутами. С трубой закончили. Затапливаем печку, проверяем ее. Если есть возможность печку обжигать, лучше на улице, от нее одно идет много дыма. А так, пока печка пригорает, баню придется держать открытой. С установкой печки закончили. Пришло время прощаться. Подписывайтесь на канал. Работа бывает разная и интересная по-своему. На моем канале вы увидите, с чего можно начать и как можно сделать работу. Всем пока-пока, до новых встреч!